преступность интернациональна. Она больше зависит от социальных факторов. Но если сопоставлять преступность Америки, Франции, Германии и мы, то в целом, подчеркиваю, в целом, преступность примерно имеет одну и ту же структуру. Правда, сегодня в Европе хлынул большой поток мигрантов. Они изменили структуру преступности. Мы пока от этого защищены. Власти делают все, чтобы на нас этот поток не замкнулся. И я думаю, что сумеют это сделать власти нашей страны, чтобы мы были достаточно отделены от того, что происходит в Европе. Но в целом сегодня именно в Европе идет смешение разных видов преступности и таких, которые были никогда неизвестны Европе.